Сегодня операционные и медицинские сестры отмечают свой профессиональный праздник. Это люди, от которых наравне с хирургом зависит успех операции. Об обязанностях медсестер и приметах, которым тоже есть место в операционной, расскажет Екатерина Лазарева. Рабочий день Анны Бабичевой начинается с подготовки операционной к приходу хирурга. Необходимо провести дезинфекцию, проверить оборудование, подготовить инструментарий и перевязочный материал. После в операционную приводят пациента. Его также необходимо правильно разместить, а зачастую еще и найти нужные слова, чтобы успокоить. Часто больные у нас пациенты у нас спрашивают, сколько длится операция, долго ли лежать. Это вообще, мы это очень суеверно к этому относимся, поэтому мы всегда отвечаем, что операция идет недлительно. Поэтому даже в операционной есть место своим приметам и суевериям. Например, перчатки всегда надевают с правой руки, а упавшие инструменты сулят затяжную операцию. Но, конечно, исход работы хирурга зависит не от случая, а от слаженной работы команды. Опытные медсестры способны предугадывать мысли врача. Самодельно уже работаем много лет. Очень комфортно работается, поскольку она замечательный профессионал своего дела. Прекрасный в общении человек. В Ульяновск Анна переехала из Луганска в 2014 году. Перебиралась с двумя сумками. Это время вспоминать не любит, но коллектив больницы помог освоиться на новом месте. Когда она пришла к нам в лечебное учреждение, у нее не было опыта работы именно в травматологии. Поэтому для этого у нас существует институт наставничества. Очень быстро она адаптировалась и освоила все методики. И сейчас она незаменимый работник, незаменимый член команды операционной. Операционной медсестрой Анна Бабичева работает уже 30 лет. За смену в среднем 4 операции. У каждой своя специфика. Да и технологии совершенствуются каждый год. В последнее время мы оказываем высокотехнологичную помощь населению нашего города Ульяновска, Ульяновской области. Это эндопротезирование тазобедренного сустава, коленного сустава, артродезы голеностопного сустава. Они сами по себе сложные, но очень интересные. В день операционной медицинской сестры Анну Бабичеву наградили благодарственным письмом от Министерства здравоохранения. Сейчас в медучреждениях области трудятся более 300 операционных медицинских сестер. И каждая на вес золота. За спиной каждого великого хирурга стоит не менее великая операционная медицинская сестра. С праздником, коллеги! Екатерина Лазарева, Сергей Свешников, «Вести», Ульяновск.